Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Evil West. Почему-то игра нас... Я запустил игру, она нас сохранила не здесь, а мне пришлось переиграть эти покатушки на этих тележках, это очень странно. Что хочу посмотреть? Особенности. Где вот этот удар? Так, который у нас типа лента. Это что? Седьмой уровень. Нокаут и пушечный удар. Так. А где вот эта штука, которая об землю била? Удерживая элб... то есть надо что? Ага. Удерживая ЛБ, глядя на находящегося в воздухе врага, чтобы обрушить его на землю с помощью... То есть нужен сперва апперкот. Ладно. А чё здесь? Но я подобрался поближе. Деньги, деньги, Джесси, деньги. Нам нужны деньги, нам дробаш прокачать надо. $90, но это немного. Это не то, что я хотел, конечно же. Эй, мистер Джесси, вы в порядке? Значит, другой путь вниз всё-таки есть? Не сомневаюсь, ваш путь был куда интереснее. Вам стоит это увидеть. Мне вот интересно, а он каким образом там оказался? Что за другой путь? Покажите мне этот другой путь. Я хочу его видеть. Просто хочу его видеть. Угу. Так, ну, похоже на то, что здесь должен быть бой, но боя нет. С помощью этого станка вы сможете самостоятельно улучшать ваше устройство. Погодите, я только что стал бесполезен? Нет, без тебя не над кем будет смеяться. Правда? Интересно. Так. Бластер. Открыто новое улучшение. Это что такое? Улучшенная с помощью электрической версии револьвера Рантина, наносящая большой урон. Выпущенные пули могут скакать между врагами. Сколько надо? 5. А у нас 3389. Электрическое улучшение для револьвера. А это что у нас? Это у нас на 6 уровень. Короче, нам не хватает уровня. Ясно. Главное творение института Рантье. Весьма на руку сражающимся агентам на правую руку, если уж быть точнее. Устройство способно накапливать электрическую энергию, наносить урон. Ну, понятно это все. Перчатка Рантье. Недостаточно денег? Удобно, быстро и надежно. Особо ударный механизм позволяет стрелять быстро, словно самый заправский стрелок. Оружие не требует наведения на цель. Ну, это мы все с вами знаем, но... Да я не буду покупать на это, и тогда что получается? Доступно электрическое улучшение. Где оно доступно? Кому оно доступно? Ну и что? Ладно. Мне оно недоступно, у меня денег нет. И что дальше? Найдите вход в ячейку. Доступно. Ну давайте еще раз посмотрим. История. Это мы все сделали. Это все сделали, здесь тоже все сделали. Мне непонятно улучшение. Они только здесь эти улучшения? Ну-ка. Нет, абсолютно. 4500. Какое все дорогое. Очень все дорогое. Очень все дорогое. Это что у нас? 3000. Не, не буду тратить. Так, ну что, пойдемте. Мне ж не обязательно его улучшать, правильно? Выдвигаемся, сэр. Ну, в принципе, да, что ты хотел. О, наш дружбан-щитовик. Ну давай в сторону, но... Так, давай. Но. Зацепил, нет?
Ой, кто к нам пришел? Ну понятно, да, естественно. Давай. Так, хорошо. Я пока не те кнопки нажимаю. Прекрасно. Так, ну что там у нас? Давай вот сюда, например, выстрелим. Че, не попал? Попал, гаденыш. Кто там у нас? Давай. Хорошо, давай, 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 давай. Вот там. Да не в тебя надо было стрелять. Вот. А где мое этот, мой бонус? Вот сейчас вылезет мой бонус, и меня обломали все. Так. А где ХП? Почему нету ХП? Все, о, нормально, живем. О, так, ну что, тебя убить, да, надо, я так понимаю. Да, ты, видимо, никак не угомонишься. Ну все, у меня кранты, да. Ладно, это было очень глупо. Сейчас я их раскидаю. Я уговорю же, в игру влиться надо. Ну ладно. Так, что, идешь, нет? Давай. Ну давай, я соскучился по тебе. Пупсик. Ну-ка. Прекрасно. Да не туда. Да-да-да-да-да-да-да. А что ты делаешь, Джесс? Джесс, почему так? ХП мне, пожалуйста, вот так. ХП мне, пожалуйста, вот. Вот это я понимаю. В бошку нормально. Ага. Ага. Я вообще-то хотел тебе этот сделать. Так. В чем проблема? Давай, давай, давай. Ну ты идешь, нет, давай. ХП мне, пожалуйста. Вот, отлично. Хилку мне точнее. Великолепно. Да давай, вот. Снесли, хорошо. Ну чё, идёшь, нет? Там опять собрались деятели. Заслуженные деятели. Да тебе-то, в принципе, чуть-чуть осталось, да? Прекрасно. Ой, вот это было очень неосторожно. Давай. Нет. Ну умри, давай уже, по-братски, пожалуйста. И мне ХП, пожалуйста. Не-н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 е. Вот так будет лучше. Еще разочек, пожалуйста.
Ой-ой-ой-ой, хорошо. И тебе сейчас люляшек дам. Ты еще не развалился? И мне, пожалуйста, хп. Все. Ты как там, Вёрдж? В порядке. Команда Бакстера, кажется, ушла глубже в пещеры, сэр. Вместе с катушками. Идем за ними. Ну, глубже в пещеры, это вон туда. Но мы молодцы. Ой. Я же говорю, надо в игру влиться. Она такая. Динамично-динамичная. Прекрасно. Деньги. Игра деньги. Деньги. Мы понимаем, да, на чем мы копим? С другой стороны, можно же еще увеличить урон дробаша. Господи, да как вы надоели. А, все, не получится уже, да? Что это за прикол? Вот это тут. Да давай. Метр на метр заходить. Нормально. Любовь разрабов к боям, к этим, метр на метр. На территории метр на метр. Ну чё, как думаете? Тайничело? Я думаю, что да. Да, хорошо. Так. Нет. Тогда давайте сюда пойдем дальше. Тайничела здесь нету, поэтому... Может, вот здесь он есть? А здесь вообще какой-то спуск непонятно куда. И что это дает? Ну, я просто боюсь, что... Ладно, давайте полезем, чё. Арена! Кто где? Вы надоели уже. Сколько вас вообще? Иди сюда. Да, вот так. А где урон, который я жду? Почему-то я не вижу урона. Того бешеного урона, который обещали. Да давай, гаси его. Там опять эти черти приперлись. Ой, так, иди сюда. Мне, пожалуйста, хилочку. Вот так, отлично. Еще разочек, если можно. Замечательно. Так, и теперь ты иди сюда. Ну как тебе такое, Илон Маск? Там этот, что ли, с щитом опять? Господи, да сколько вас? Вас очень много, господа. Вот это очень неосторожно было. ХБ, пожалуйста. Да. Killing time. Ну гаси его уже. Так. Че?
Чё, щиток, да, у тебя появился? Мы сейчас его размотаем. Давай, 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 отдыхай, родной. Пора, пора, пора тебе уже. Да сколько в тебя надо высаживать? Ну надоел, то вот серьезно. Давай. Теперь ты сдохнешь, это я ему так сказал, да. Ну хорошо, хорошо. Мы его сделали. Очень темно здесь. Так, обратно мы можем, да, туда вылезти? Можем, прекрасно. Я вот этой способностью сбивать их с ног не пользуюсь, потому что я, честно говоря, какого-то особого профита от нее не ощутил. Я не могу сказать, что там прям какой-то бешеный урон идет. Так, что за смертельная высота? Особенности. Что за смертельная высота? Где это вообще? А, вот. Весь урон по находящимся в воздухе врагам повышен на 25%. Недостаточно. Понятно. Ну, по крайней мере, что-то удалось найти. Джесси, ты перехватил мои мысли. Я то же самое хотел сказать. Не зря дрались. Так, знаете, что я думаю? Так. Это что у нас? Давайте мы гамму до 70 сделаем. Посмотрим, что получилось. Ну-ка. Ну так ничего, да? Вроде как посветлее стало. Да, а то не совсем в тьме, во тьме. Ну что, не зря сходили? Но я не могу сказать, что $138 это та награда, ради которой стоило принимать участие вот в подобном бою, в бою. Ну ладно, что. Мы побили их, а это главное. Так, что тут, где тут эта тачанка? Давай. Куда толкаем? Зачем толкаем? Непонятно. Ага. Вон оно что, Михалыч. Мы просто себе путь расчистили, да? Ну да, получается, что путь расчистили. $124 бакинских лежали вот так просто на пути. Игра, ты меня удивляешь. Ну давайте, кто там? Давай. 6-й уровень у нас, и деньги 2000 дали. Большая пушка. Эффектное завершение. Так. Сколько всего-то насыпали. Так, а что такое? Эффектное завершение. Использование добивания хлопушки провоцирует электрический всплеск с образованием энергетического элемента. Чтобы добить врага с помощью хлопушки, совершите притягивание или рывок в сторону врага, находящегося на грани. А, ну это такое себе на самом деле. Ничего в этом я такого не вижу. Так, это что? Урон винтовки повышен на 20%. 5000 это стоит. А это... Мгновенный выстрел. Выстрелом из обрезов противника перед тем, как тот атакует, вы наносите ему двойной урон. Слушайте, ну все. Прям бешеных денег стоит. Ну давайте, наверное, с винтарем. Да, с винтарем. Разберемся. А, ну понятно. У нас $911 осталось, да? Ну что-то как-то по-бомжатски. Какие новые осу... Да мы посмотрели, это уже игра, ты тормозишь. Мы все уже и посмотрели, и прокачали. А, что такое? Куда-то выстрелить надо? А, мы отсюда пришли, господи, это боже мой. Когда я начну запоминать, откуда я хожу? Иди по рельсам, теперь-то оно куда, прыгать будем? Как он там появляется? Постараюсь передвинуть ближе, сэр. Давай. Как он оказывается раньше нас? Непонятно. Величайшая загадка для меня. Что сейчас, стрелять будем или цепляться? Нет, цепляться будем. Арена. Вижу арену. А ты кто вообще?
И что, я что-то не понял, что эффекта не ощутил от того, что у нас на 25% урон повышен. Так, мне, пожалуйста, моё ХП, да, я дальше что хочешь. Так, свали в туман, она быстренько мне моё ХП отдал. А ты чё, я обычным боссом, что ли, стал? Давай. А, окей, окей, быстро, быстро, мне ХП, вот так, молодец. Так. Где этот деятель? А, вон он. Слушай, он на нас тонны говна выливает. Нам сейчас надо его к этим позвать, он как они называются. Где-то не к динамиту, и все, и нормально будет. Давай. Свали в туман. Ага. Что слева? Я ничего не вижу здесь слева. Почему ты не перекувыркнулся сейчас, а? Мастер Джесси. Ай, черт. Давай. Прекрасно. Вот это вот нам надо. Ну давай уже, что ты морозишься? Все, помер. Давай. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Так, ты что хочешь? Это вот я очень опасно за ХП пошел. Быстренько мне ХП дал. А что ты мне ХП-то не дал, я не понял. Ну. Так, быстро, быстро, быстро. Да мне не это надо, я тебя хотел электричеством порвать. Где деятель? Вот. Сдох, давай. Ну а ты чё, живой ещё? Ну пора уже, пора тебе, да, давай, отдыхай. Ну? Ну давайте. С огнестрела поприкольнее будет. Ай, черт. Давай, да-да-да. Ты что-то душный какой-то, нет? А что у него, в туалет что ли хочет? Ну ладно, сейчас так его и грохнем, и все, и пошел он нафиг. Самое главное, чтобы нам игра этот зарегистрировала урон, и все, да. Нормально. Ну и отлично. Ты в порядке, Вёрдж?
Да, главное, чтобы эта громада летучая мышь больше не встала. Она и не должна встать. Так, мы с вами большие молодцы. Я считаю, что огромные молодцы. Всю эту гоп-компашку размотали. Но меня интересует вопрос. Вопрос. Это восстановление электричества, по-моему, да? А там что? Я так и не понял, честно говоря, прелести увеличенного на 25% урона. Вот серьезно, не понял. Мы винтарь прокачали. Прокачали неплохо. Но что-то в ходе боя как-то... Подвздошно-пердошно-никчемно. Этот урон какой-то. Дробаш, он вообще просто. А двойной урон, это же ад будет. Кажется, мне удалось найти вход, мистер Джесси. Отлично, Вирдж. Как ты там оказался? Скажи мне, пожалуйста. Вирдж. Путь честь, мистер Джесси? Придется искать твои катушки на ощупь. Ничего, сэр, к темно-захламленным комнатам мне не привыкать. О, спасибо, мистер Джесс. Мама родная, что это за хрень? Полагаю, ради этой хрени здесь и расстались с Мороком. Впервые вижу столь занятное существо, похоже на динозавра. Таких еще в пустыне выкапывали. Что там? Это невероятно. Согласно данным исследований, это существо до колумбовых времен. Местные называли его Пиаса. Скотт штаны наделает, когда услышит об этой штуке. То есть агента Блума весьма заинтересует эта находка. Мифологические существа — его специальность. Но увидеть такое своими глазами — раз чудесно. Жуткая девчушка собирает армию из грязнокрова. Какое отношение имеешь к этому ты? Смотрите, последняя запись сделана 3 года назад, 12 мая. Вероятно, в тот день пришли клещи. Этот уродливый трофей, вероятно, был для нее важен. Очевидно, она была против непрошенных гостей. Хватай катушки, парень. Поищем место, в котором ты сможешь починить перчатку, потому что она понадобится нам. Короче, для будущих дел. Мы катушки взяли, да? Что-то подозрительно быстро. Она точно работает? Мистер Рантье, сэр, у нас проблемы. Я сейчас как бы занят. Ну, вообще, это срочно. Нескольким клещам удалось вырваться из подвала и... Кто вырвался из подвала? Это произошло случайно. Я позволил себе проводить эксперименты над пойманными клещами, и ситуация вышла из-под контроля. Мистер Джесси, прежде чем вы впадете в ярость и превратитесь в жуткого маньяка, подумайте, ведь это прекрасная возможность. Перчатку проверить, да? Верш, ты в курсе, что ты делаешь все, что мне не нравится? Помните ту неисправность перчатки, которая помогла вам и вашему отцу выжить? Оказывается, эта неисправность — простой протокол перегрузки. И благодаря мне вы его можете контролировать. Не за что. А, то есть я могу теперь сумасшествие включать. Надеюсь, это сработает, иначе я перезагружу твое лицо. Мне некогда решать проблемы, которые вы, яйцеголовые, создаете. Прошу, не говорить об этом доктору Блэквелл. Мистер Рантье? Где они там? Отправиться в подвал. Ну, сейчас проверим, что. Меня деньги интересуют. Деньги. Не помню, видите как. Тут же обносим своих коллег. Новая особенность. Так. Режим перезагрузки. Нажмите L плюс R, чтобы в течение 7 секунд использовать режим перезагрузки, значительно повышающий наносимый урон и снижающий получаемый урон. В режиме перезагрузки можно атаковать и стрелять только с помощью сверхзаряженной перчатки и хлопушки. Каждый выстрел на счету. Ясно. Отражение снарядов. Ну, понятно. Я так и думал, что это сейчас будет. Ну, мы проверим, что там за особенность, конечно же. И весь заряд на нее израсходуем. Что уж там говорить. Так, что здесь?
Вероятно, это связано с твоей любовью к взрывам, Вёрдж. После того, как младенец Восточного... Daily Mail, февраль 1875 года. После того, как младенец восточного происхождения чудом пережил загадочное происшествие в Чайна-тауне, многие религиозные лидеры призвали к изгнанию богохульных оккультных практик, прибывших с Дальнего Востока. Да? Серьезно? Богохульно-оккультные. Надо же, богохульно-оккультные. Тут есть что-нибудь? Биошок Инфинайт, да, чем-то напоминает? Друзья. Мистер Антье, в подвале что-то произошло. Да, я в курсе. Мне уже сообщил, умник. Он же яйцеголовый. О, это исследование. Что здесь? Мне еще не доводилось встречать женщин-врачей. Что ж, времена меняются. Женский медицинский колледж Пенсильвании, 1879 год, магистр медицины Эмилия Блэквелл. Она магистр медицины? Ну, ничего себе. Голоса слышите, да? Это те деятели, которые... хотят люляшек получить. И они сейчас этих люляшек получат. А, ну понятно. Угу, понятно. Угу, все? Прекрасно. Ну это как-то затратно. Найти Эмилию Блэквелл. Не знаю, Эмилия. Было даже интересно работать вместе в полевых условиях. Ты бы нас видела. Мальчики, я понимаю, а я раньше мечтала стать актрисой, но мы уже взрослые, нужно вести себя подобающе, делать то, что умеешь. Так. А, ну это мы все видели. Наверное, да я не думаю, что мистеру Джесси что-то он там болтает про нас. Пришли вести от агента Грейвенера. Хорошие или плохие? Это личная информация. Кстати, о плохих новостях. Я нашел останки гигантской древней твари в Бакстере. Не знаешь, почему клещи пытались ее скрыть? Подозреваю. Почему агенты не подпускают никого к твоему отцу? Безопасность, док. Калико – последняя рабочая ячейка в стране. Пусть таково и останется. Пара закрытых дверей – это вынужденная мера. Но я профессиональный медик и глава этой ячейки. Значит, тебе знакомо понятие субординации? Так точно, сэр. Эмилия, ты не обязана. Я предпочитаю доктор Блэквелл, сэр. Готова к докладу, когда пожелаете. Поговорить с Эмилией в ее лаборатории. Ее лаборатория там, да. Ну, пойдемте. Ох, Эмилия. А вот вы где. Предлагаю сразу перейти к делу. Это что-нибудь тут есть? Деньги. Я хочу тебя обобрать, Эмилия. Понимаешь, это логика всех игр. Я с тобой общаюсь, ты мой братуха, сестра, и я у тебя деньги беру. Что это? Создание, обнаруженное в перевале Дьявола, по сути, огромная пиявка. Кровопийца в некотором роде. Ее желудочные кислоты не дают крови. Значит, это живой сосуд? Именно. Более того, микроскопический анализ показал, что кровь внутри пиявки невероятно старая. Она не похожа на все, с чем мы сталкивались до этого. Фелисити искармливает ее своим фамильяром. Надо узнать больше о лесопилке и о том, как она связана с этими тварами. Лесопилка Макаллума была основана в 1845 году Элайджей Макаллумом. Семейное предприятие в маленьком городе. Элайджер умер 2 года назад, и лесопилку выкупил инвестор, представляющий группу финансовых услуг Андалусии. Конгломерат банков, нефтяных месторождений, железных дорог и остального. Зачем такой большой жишке понадобилась убогая лесопилка в этой заднице?
Ясно, сделка открытая, ничего подозрительного в ней нет. Что насчет леса, старые места проведения ритуалов, могильников, что-нибудь еще? Нет, ничего такого. Что ж, похоже, это мне предстоит выяснить самостоятельно. Спасибо за помощь, доктор Блэквелл. Надеюсь, мы сможем. Я живу во имя службы, сэр. Вернусь к исследованиям. Ну, окей. Исследовать лесопилку Маккаллума. Я думаю, мы тут много интересного найдем. Пиявок и так далее. Так, ну-ка. Так. Итак, в Бакстере Джесси с Вёрджилом находят очередную часть головоломки. Тамошнюю заставу разорили вампиры, которые искали древнего монстра, обнаруженного в шахте. На базу был наложен морок, который удалось сломать только с помощью стационарного прерывателя морока. Вёрджил нашел катушки для ремонта, хлопушки, однако агентам там и не так и не удалось выяснить, откуда взялись таинственные существа. Теперь, когда хлопушка полностью исправна, Джесси может отправиться на лесопилку Маккаллума и найти ответы, которые помогут ему разгадать план Фелисити. Или Фелисити, как ее там правильно, не знаю. Наверное, Фелисити. У меня плохое предчувствие. Чего там? Очко особенностей. Удары по его местам. А, это не нужно. Взрывной исцеляющий элемент. Тоже не очень. Субординация. Здесь нет. Коротко. Убийство пораженного электрического врага образует энергетический элемент. Не работает в режиме перегрузки. Но это надо еще поймать это. Все элементы собираются с более дальнего расстояния. Даже не знаю, во что вложить, честно говоря. Такая вся шляпа. А это? Область поражения всех ящиков. Ну, это с динамитом на 50%. Я ими редко пользуюсь. А это? Так, следующая атака комбинации ближнего боя, выполненная сразу после успешной атаки, нанесет на 30% больше урона, ускорит совершение следующего удара. Ну, давайте. Пусть вот это будет. Мы же часто в ближнем бою отношения выясняем. Ух ты, хлопушка сходит с ума. Похоже, рядом морок. Ага. Тут тупик, я как обычно деньги ищу. Так. А вот это уже интересно. Кто там вылезет? Твою ж. Честер говорила что-то об источниках морока. Ищите, уничтожайте печати морока, чтобы развеивать иллюзии. Ну, пойдемте развеивать иллюзии. Да, это источник. Можно кулаками, а можно оружкой. Ё-моё! Еще противнее, чем я ждал. Думаете, жуткие наросты и поддерживают морок. Найти и уничтожить оставшиеся части морока. Ага. Давайте. Нам типа дадут это спокойно сделать? Это очень странно. А это налево никуда не ведет, что ли? Ну как же ж не ведет? Вон. Денюжки лежат, какая прелесть. Ага. Так, арена, да. Что это за гомно? Мы таких видели? А, ну таких мы видели. В этом, как он называется? В Dead Space такие были. И в Сэме. Это тема вечная.
скотина. Так, ну ты явно. Не Сэм. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, вторец. А в чем проблема? Давай. Отдыхай, родной, да. До свидания. Там уже кто-то, я смотрю, подключился, да. Ребята не дремлют. Не дремлют совершенно. Хочу вам сказать. Нажмите. Новая сюжетная запись. Так, это кто? Зараженные увольни. Покрытые щупальцами головы этих мутантов заполнены. Покрытые щупальцами головы этих мутантов заполнены едкими жидкостями. Почувствовав опасность, они повышают температуру своих тел и взрываются. Поэтому агенты называют их щелкунами или временными бомбами. Изначально считалось, что эти жуткие существа станут распространителями вампирской инфекции, однако сыворотка не способна выдержать образуемый ими невероятно жар. Ну, щелкуны, по-моему, были в этом... Господи, как он назывался? Last of Us. Там, по-моему, были щелкуны. А вон там сверху, кажется, деньги. Да, мне кажется. Фелисити смеется. Вот засранка. Наверное, финальный бой. Снова кость, кровь и кучка уродов. Прекрасно. Вот это да. Иллюзия спадает. Думаю, еще парочки хватит. Последнюю печать Морока, да, надо уничтожить. А отсюда, если мы пойдем, мы денежку найдем, да, конечно, найдем. Джесс. Пожалуйста. Быстрее можешь это делать, а? Нам деньги нужны. Понимаешь, деньги. И серию заканчивать надо. А мы с тобой все бегаем. А, за пределы локации. Так, сколько там этих деятелей? Прекрасно, я доволен. С вами я сейчас разберусь тоже. Хилгу, пожалуйста, вот так, чтобы я свою не использовал. Так, ну что вам сказать, ребятушки, давайте. Давай, родной, пора, 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 пора. Вот так, прекрасно. Так, иди сюда теперь. Нормально. 25% на урон почти ощущается. До свидания. Так, иди сюда. До свидания. Ну, сдохни, пожалуйста. Давай. Все, до свидания, да. Да, адиос, амигос, родной. Прекрасно. Я решил просто проверить, как этот удар будет работать. Не это. Последнюю печать Морока. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Мы, наверное, на правильном пути, да? Я думаю, да. Надеюсь. Она, правда, была в другой стороне. Это что там? Танамиса? Андалусия потратила целое состояние, чтобы заполучить эту дыру, но здесь ничего нет. Этим оборудованием не пользовались целую вечность. Тут что-то не так. Ответ наверняка кроется за этим мороком.
Это та, Тайнамид. Я вас слышу, гады. Ладно. Что мы нашли? Это что такое? Ух ты, посмотрим на эту красоту поближе. Огнемет. Не самое замысловатое оружие института Рантии, извергающее пламя во врага. Вскрытая проводка использует энергию перчатки для постепенной заправки топливного бака. Нажмите левый крестик, чтобы снарядить, и РТ, чтобы открыть огонь. Ничего так. Ага. Чё, горят? Да, нормально, кстати, я хочу сказать. Вообще неплохо, неплохо, да. Ну, как-то вот эта вот мне рукопашка ближе, по душе больше. Так. А, я ж не выбрал. Ну, ладно. Пожалуйста, вот так. Ух! Отлично! Я хочу на тебя апперкот попробовать. Все? Мы забрали с вами. Но я думаю, что это по сюжету мы идем и правильно идем, потому что иначе бы мы огнемет не забрали. Иначе бы мы не смогли его забрать. Где-то здесь что-то блестело, да, я видел. Там продолжают, что ли? Ага. Да, все нормально. Все нормально. Что это? Что это? Кажется, это последнее. Посмотрим, что вы тут прячете. Развеют иллюзию на лесопилке. Ну давайте посмотрим, что они тут прячут. Угу. Что ты делаешь? Нет, это явно не то. Как интересно. От этой вони добра не жди. Давай взглянем. Так, там надо яму исследовать. Что у нас, денежки? А нет, дополнительное ХП. Фабрика по производству крови. Давайте чё. А, сюда надо. Отталкивайте обычных врагов с больших. Отталкивайте обычных в больших с помощью пушечного удара. Удерживайте L плюс RB, чтобы толкнуть врага. Да свали ты в туман, господи. Сейчас толкнем. Прекрасно. Не тебя вообще-то собирался. Надо было шмальнуть, ну ладно, иди сюда. На нас смотрит Родина. Ай, черт, не успел. Ну ладно. Еще будет? Я думаю, да. Будет возможность. Я думаю, конечно, будет. Ну? Ну да, я выстрелю-то.
Я хочу посмотреть, что будет. Но это нереально, мне кажется. Это вообще какой-то запредельный скилл нужен. А, рожает, да, ну ладно. Сейчас разберемся. ХБ, пожалуйста. Ага. И сюда. В принципе, можно-то успеть так. Нормально, а, красавчик вообще. Так, это, короче, надо отрабатывать отдельно вот эту тему. Ага. Да пройди ты в сторону. Вообще непонятно, что происходит, давай. Вот отлично, меня как раз и подпитал. Давай. Так, ну что? А, она еще не откадышилась. Я тоже думаю, что... И все. Все, размотали мы его, что ли? Это забавно, конечно. Но наконец. Давай, давай. Все. Эти пиявки насосались крови, готовы превратить что-то там в что-то. Ладно. Мы истратили весь свой заряд. Мы молодцы. Он, я думаю, откадышивается там как-то. Фу. Так, ну эту серию-то закончить надо. Я вот опять ее продлила, дальше черти что. 101 бакс. Где чекпоинт, игра? Я вижу сундучеллу. Так. И не сюда, да? Тут ни души. Она обратила всех работников до единого. Это получается откуда-то оттуда, что ли? Да. Отсюда можно? Да, можно. На-на-на. Призрачная шляпа у нас образ, надо же. Прям образ, это прям... Новый образ, да, я в курсе. Это то, к чему стоит стремиться. Так, а там что? Очередной какой-то сундук? Да. Чекпоинт, ты где? Огнемет. Ладно, дорогие друзья, я думаю, что на этом я серию закончу. Продолжим следующий. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.